Сагай, надо поговорить. У меня хорошая новость. Так кажется, кто-то должен навести порядок. Как подготовка? Кэнди нашел, где украсть у монголов хвачки. Я иду туда. Начало хорошее. Но нужны еще воины. Нет. Дядя понимает, что хана нужно убить. Он поможет нам. Тебя бросят в тюрьму. Я напишу письмо. Оставлю в его покоях. В замке полном самураев? Они меня даже не заметят. Все. Надеюсь, дядя прочитает. Без коня я тебя не отпущу. Я не восполню твою утрату, но все же выбери одного из этих. Я разбираюсь в любых доспехах. Крепче не найти. Благодарю тебя. Мы молимся за вас, господин. Тихо, тихо. Вот так. Мы теперь друзья. Как ты его назовешь? Кага, рожденная из тьмы. Хорошо выбрал. Как ты попадешь в замок своего дяди? Я там вырос. И до сих пор помню все тайные ходы в этих старых стенах. В детстве я знал их даже лучше господина Симура. Цин, почему ты убежал? Я хотел поймать угря вам на обед. И ловить его думал голыми руками? Рюдзо сказал, вы меня прогоните, когда у вас будет свой сын. Цин, подойди. Твой друг не прав. Перед нами лежит путь длиной в жизнь. И я пройду его с тобой. Вместе.
За обрывом следить не будут. В прошлый раз было теплее. Если нападу на стражу, все лишь уверятся, что я чудовище. Господин Симура хочет произнести речь у главной крепости. Он хочет поднять людей. Может, мы наконец-то выступим против камня. Что это там? Иду. Я его... Вот он! Вижу его!
Только пусть стражник ее сперва обыщет. Все в порядке. Можешь ехать. Спасибо, господин. Чего это он вдруг? Господин Симура всегда начеку. Соломенные шляпы теперь переметнулись к монголам. Он не знает, кому можно доверять. Мы ведь не воины, мы торговцы. Помнишь старика Аратара? Торговцы. Говорят, он раздобыл яд призрака и отравил госпожу Кира. Чтобы одному торговать шелком? Теперь она лишь раздувшаяся тень. От яда у нее кровь шла изо рта. Вот почему они обыскивали наши тени. Кто знает, что мы везем. Я бы никогда не навредил господину. Я тоже. Но такие уж времена. Надо попасть в главную башню. Оставлю письмо в его комнате. Дядя, он не знает, что я здесь. Нам надо было обратиться к воинам вместе. Проклятие дел. Достигли владений Сёгуна. Говорят, хан использует тот же яд, что господин Сакай. Не смей произносить при мне это имя. Простите, господин.
Его стараниями разбойники научились убивать наших людей при помощи яда. Призрак погрузил наш остров в хаос. Следите за лагерем. Обо всем подозрительном сообщайте. Я встану до зоны. Его комната наверху. Сейчас можно подняться. Монголов разбили на гранитном перевале и в храме Дзюгаку. Думаем, это дело рук господина... То есть призрака. Как поступите? Мы разберемся с призраком, когда победим монголов. Но ведь Сёгун ясно велел... Мне известны его приказы. Наша главная цель — монголы и их предводитель. Да, господин Симура. Вы узнали, где сейчас? Разведчики не вернулись. Моя комната. Боюсь, их схватили. Покажи мне, куда они ушли. Примут ли меня когда-нибудь назад? И посмотрим, куда они ведут. Там что-то хрустнуло. Идем. Вот он! Разбили на гранитном перевале и в храме Дзюгаку. Думаем, это дело рук господина... То есть призрака. Как поступите? Мы разберемся с призраком, когда победим. Но ведь Сёгун ясно велел. Мне известны его приказы. Наша главная цель — монголы и их предводитель. Да, господин Симура. Вы узнали, где сейчас хан? Разведчики не вернулись с севера. Боюсь, их схватили. Покажи мне, куда они ушли. Мы пройдем по следам и посмотрим, куда они ведут. Проверь, я что-то слышал. Ставлю записку на виду. Он здесь! Стража! Дядя, простите, что не говорю это лично. Хан собрал свой флот в порту Идзуми. У него столько яда, что хватит на все войско Сёгуна. Но когда придет шторм, я намерен убить хана и потопить его корабли. Я прошу вашей помощи. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Пусть не как отец и сын, но как воина, что выбрали разные пути. Кем бы вы меня ни считали, вы всегда будете мне родным.